Всем привет! Последнее испытание в событии телеканал «Проснись и пой». Я уже пытался пройти и максимально, к сожалению, получаю ранг А. Какой именно пачкой? Давайте узнаем. 68 тысяч — это мой рекорд. Еще раз повторим это. Надеюсь, получится больше. Перейти к испытанию. Я нахожусь уже рядом, ребят. Очень интересное. Последнее испытание. Очень сложное. Нужно, конечно же, максимально набрать 80. Но, как вы видели, 68 тысяч это максимум. А вот такой пачкой я проходил. Это лучшая пачка, которую я смог собрать из всех попыток. Здесь нам потребуется выбрать вот этот вариант. Так, и пробитие я брал. Кстати... Я, знаете, что подумал, а может быть мы попробуем взять вот этот скилл, да? То есть вот с этим скиллом я набрал 68 тысяч. А сейчас давайте попробуем вот такой вот интересный состав плюс навыки. Вау! Ну что, поехали! Основной смысл это, конечно же, делать периодический урон, ставить на врагов, и я надеюсь, получится. Так, эти падают быстро, я смотрю. Вообще все быстро падают. И обезьяна упала моментально, смотрите. Так, здесь делаем акцент на нее, конечно же. Лебедь пошел. Давайте сразу ульту будем использовать. Он, по идее, тоже должен упасть, да? Или нет? Или да? Ну ладно, на всякий случай сделаем вот так вот. Упал! Вау! Нет! А вот это было ужасно. Потому что теперь она не сможет ульту свою использовать. Ну ладно, давайте держаться. Ну это все от удачи зависит. Ах, неудачно, как же неудачно складывается. На. Но все равно они урон получают неплохой. Ух ты! Это было неплохо. Если вы понимаете, о чем я. Так, вообще, на самом деле, пусть будет ульта. Здесь просто ударим. Он и так упадет, я думаю. Отлично. Теперь мы добрались до самого важного. То есть, чтобы набрать 80 тысяч, нам потребуется выбить две фазы. Но максимум, что у меня получалось, это выбить первую. Поэтому тут неизвестно, что в конце получится у нас. Ударим, наверное, вот так лучше, да? Да, есть. 41 тысяча уже. Вау. Так, если мы сейчас бафнем, она не сможет потом... Да, это печаль. Ну ладно. А кто знал-то, что ульта появится? Я не видел. Ну ладно. Сорок девять. Без хила мы пытаемся пройти. А это было неприятно. Так, пока все живы, отлично, отлично. Пробиваем дальше. Да, без хила, конечно, очень жестко. Мы же добьем ее? Или нет? Ну-ка. Есть. Есть. Ход прошел. Ух! 65 тысяч, смотрите, еще у нас целый ход есть впереди. Поехали. Ну, 80 тысяч навряд ли, конечно. Они сейчас начнут все падать постепенно. Сюбараши, сайонара.
Так, у нас еще есть, есть. 68 уже набрали, смотрите. О, почти 80! Ай! Ай! Нет, стойте! Ну, ребят, почти 80, да? Если у вас есть персонажи свои, более лучше прокачанные. 85-87! Уу! Офигеть, я думал, не смогу набрать 80, ребят, почти до SS смогли добраться. Но еще раз я напоминаю, что пачка, которую я сейчас вам показал, она лучшая, лучшая из всех попыток, которые у меня только были. Здесь очень важная фишка, о которой я не сказал в начале. Это все те бафы, которые вы получили за предыдущие 4 испытания, они здесь присутствуют. Если вы набирали больше, чем у меня сейчас эти цифры, то у вас урон соответствующий будет больше. А вот как-то так. Еще раз, просто для справки, чтобы понимали, я перебрал почти всех персонажей, разные пачки, разные скиллы, и максимум, что мне удавалось, это 68 тысяч. Ну, а сейчас на ваших глазах мне получилось 87 тысяч набрать. Вот именно вот таким составом интересным. Периодический урон просто must have. Ух ты, круто. Ну, это приятное завершение. Наконец-то. Этого события. Оно было очень-очень интересным. Я надеюсь, будет почаще такое. Это еще что такое? Еще что ли? Одно событие. Ну ладно, об этом мы, конечно же, поговорим в других видео. А сейчас не забывайте подписываться, писать комментарии, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, смотрите видео до конца и обязательно подписывайтесь на все каналы, ссылки, которые найдете в описании к этому видео. Пока!